Сразу 4 маршрута позволило запустить в Нахабино новые эстакады через железную дорогу. С ноября прошлого года в поселке курсируют автобусы с номерами 2К, 7К, 8К и 10К. А уже в 2018 году новый перевозчик, который выиграл конкурс на обслуживание, стал лучшим в Московской области. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области определило лучших перевозчиков региона. И вошло в рейтинг 10 компаний. В перечне 10 компаний на 9-м месте у Форд Парк. Организация, которая работает на территории Нахабино. Новый подвижной состав, подключение к ГЛОНАСС региональной навигационной информационной системе Московской области, отсутствие в истории аварий по вине водителей автобусов позволили перевозчику войти в рейтинг лучших. Среди критериев – наличие оборудования для безналичной оплаты проезда и соблюдение графика движения. Все автобусы автопарка ООО «Форд Парк» оснащены светодиодными информационными табло. Во всех автобусах осуществляется постоянная аудио-видеофиксация 4 камер. Значит, все автобусы оснащены кнопкой SOS, это экстренного вызова спецслужб. Практически каждый день пользуюсь. Удобно, всегда вовремя, то есть ни очередей нету. То есть утром встаю, сразу же иду и выезжаю буквально сразу. То есть я на станции буквально через минут 10 после того, как я выхожу с дома. То есть все удобно. Одновременно на линии находится 17-18 машин. При этом у организации есть свои ремонтная мастерская и автомойка. В ближайших планах развития транспортного сообщения Нахабино запуск автобуса от улицы Институтской до деревни Нефедьево через трассу ММК Павловская Слобода Нахабино. Быть может, обслуживать маршрут будет также один из лучших перевозчиков региона.